Щёлпик – очень популярное блюдо в татарской кухне. Воздушные лепешки в форме солнца обжариваются в кипящем масле, затем складываются друг на друга и в таком виде подаются к столу. Попробуйте. Есть несколько вариантов приготовления этого блюда. Тесто может быть как сдобным, так и пресным. Я предлагаю приготовить щёлпик из пресного молочного теста с добавлением сливочного масла. Можете попробовать сделать лепешки подслащенными. Уверена, что в любом варианте они непременно придутся вам по вкусу. Готовятся они достаточно быстро и можно их подать как к утреннему чаю, так и как дополнение к основным блюдам в течение дня. Молоко 1 столовый кон. Сливочное масло 30 грамм. Соль 1/3 чайных ложки. Сода 1/3 чайных ложки. Мука 3,5 столовые кона. Растительное масло по вкусу, для жарки. Количество порций 7. Подготовьте все ингредиенты. В глубокой миске соедините муку, соль и соду. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко. Замесите эластичное тесто. Соберите его в шар, накройте и оставьте на 20 минут. Затем тесто разделите на 7 частей. Каждую часть раскатайте в форме круга. Щёлпик жарится в раскаленном фритюре очень быстро, поэтому тесто желательно раскатать все сразу. Раскатанные лепешки проложите бумажными салфетками, чтобы предотвратить заветривание и склеивание. В казане или в любой посуде с толстым дном разогрейте масло. Готовность масла можно проверить маленьким шариком теста. Если шарик всплывет и начнет характерно шипеть, масло готово и можно приступать к жарке. Щёлпик аккуратно выкладывайте на поверхность раскаленного масла. С помощью вилки прокрутите лепешку по часовой стрелке буквально несколько секунд. Затем переверните и продолжите жарку. Готовый щёлпик должен иметь воздушную структуру и золотистый цвет. Для удаления излишков масла проложите лепешки бумажными салфетками. Есть вариант, когда такие лепешки посыпают сахарной пудрой и подают подслащенными к чаю, при этой подаче они очень напоминают по вкусу хворост. Я подавала несладкие лепешки к горячим блюдам как альтернативу хлебу. Воздушные, хрустящие и очень вкусные лепешки хороши в любом виде. Приятного аппетита!